Rozmawiam dzisiaj ze Swietłaną Aleksijewicz, która jest gościem tegorocznej siódmej już edycji Festiwalu Józefa Konrada oraz tegoroczną, niedawną noblistką. I kiedy usłyszałam, że na naszą rozmowę mamy tylko 30 minut, pomyślałam, że to bardzo mało. Tym bardziej, że pani rozmawia ze swoimi rozmówcami, z bohaterami swoich książek bardzo długo, czasem po kilka razy, po to, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, żeby się do nich zbliżyć. Czy takie spotkania dla pani zmieniają poczucie czasu? Czy powodują jego spowolnienie? Czy też przyspieszają tak, że takie 30 minut właściwie staje się zupełnie niewyczuwalne? Ну, если, когда я говорю с человеком, там участвует много времен. Время, в котором происходило событие, о котором рассказывает человек. Время, в котором мы разговариваем с ним. Ну и, конечно, во время разговора идут разговоры о прошлом, о будущем, потому что документ — это живое существо. Оно тоже существует во многих временах. И, кстати, это очень хороший вопрос, потому что больше всего меня в жизни интересует такая категория, как время, потому что воспоминания людей — оно напрямую связано со временем. Ты никогда не можешь встретиться с реальностью, вот как она была, потому что это всегда интерпретация. Человек интерпретирует, потому что вот эта таинственная материя, время, она пронизывает вот наше общение. В своих книжках пишет пани о часе, который завше есть не на месте, о таком часе, с которым властиве завше что-то есть не так. То есть такой час, в котором повстает лука, певна, как пани мови, хвила онемения, и то час по катастрофе Чернобыльской. С другой стороны, есть тоже час, который повраца в такой зужитой форме, час, который kiedyś już się wydarzył. To jest ten czas po upadku utopii ZSRR. Czy to jest tak, że historia utraciła swój porządek niedawno? Czy to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat? Czy też właściwie historia nigdy nie miała swojego porządku? Ja думаю, to, co my nazywamy historią, уже к нам приходит уже в таком упорядоченном виде. А для современников это, конечно, разрозненные варианты. И современники, конечно, недовольны то, что потом мы назовем историей. Например, современники были совсем недовольны Тацитом, или современники не были довольны «Войной и миром» Толстого. Им казалось, что все было не так. И я знаю, что Толстой, вот есть воспоминания, получали огромные фолианты от свидетелей, которые говорили, что все было не так. Но дело в том, что я занимаюсь пропущенной историей. Я не занимаюсь той историей, которая вот обычно понимается под историей. Я занимаюсь историей чувств, историей человеческой души. То есть, что человек думал, что он чувствовал. То есть то, что история обычно пропускает, что для нее не важно. А для человека, в принципе, это самое главное. То понятие «историчка души», которое появляется в пани книжках и таком «историчком души» пани себе называ, вяжется с тем, что właśnie описывает пани учутия, вражения, а не факты. Учутия – сон рэчивистостью, але jednocześnie dają bardzo ograniczone poznanie tej rzeczywistości, takie poznanie jednostkowe, bardzo, bardzo wrażeniowe, oparte na wrażeniach pani rozmówców. A ci rozmówcy, oprócz tego, że opisują swoją rzeczywistość, swoje uczucia, również je dopisują. I jestem ciekawa, czy te elementy dopisywania, takiego tworzenia fikcji ze swojego życia, również panią interesują w tych rozmowach. No, ja думаю, надо сразу себе сказать, что постичь
реальность так, как она на самом деле, это нам не под силу. Вот об одном и том же событии несколько человек, два человека или десять, у них будет абсолютно разное мнение. И это при том, что мы постигаем только такую самую верхнюю реальность. А реальности, как мы уже знаем, существует много. Просто мы догадываемся об этом, но еще как бы до конца не знаем. Но для того, чтобы все-таки приблизиться к реальности, я собираю очень много рассказов, и создается такая температура, что фальшь, она сгорает, они вычищают друг друга. Но то, что человек творит, рассказывая, это несомненно. Но творит он в пределах той реальности, которую он знает. Он может быть, найти может другое слово выражение, другой акцент поставить. Потому что у меня были случаи, когда люди... Я просила несколько раз сказать одно и то же событие через какое-то время, да? И, конечно, оно немножко звучало как бы чуть иначе, но все-таки это было тоже событие. Тут главное освободиться от фальши. Но когда создаешь очень... у меня очень жесткий материал, он создает очень высокую температуру боли, и фальшь, конечно, сгорает, самоуничтожается. Pani rozmówcy we wszystkich książkach opowiadają o rzeczywistości przerażającej, takiej, w której istnienie właściwie nie chce się wierzyć. To jest rzeczywistość przerażająca do tego stopnia, że przecież nikt nie chciał wysłuchać tych historii, których pani wysłuchała. Pani strategia polega na tym, żeby te przerażającą rzeczywistość, tę katastrofę, zapędzić w coś zwykłego, uczynić ją możliwym do wyobrażenia, możliwym do pomyślenia. Czy nie sądzi pani, że tego rodzaju strategia odbiera jednak katastrofie pewien ekstremalny charakter, pewien gigantyczny wymiar, który czyni z niej tak doniosłe wydarzenie? Вы знаете, я совсем не хочу превратить свои книги в коллекцию ужасов. Это не моя задача. Я собираю человеческий дух, человеческую способность противостоять хаосу и вообще злу, которое как бы нас окружает, которое становится все более непонятным и все менее предсказуемым. Вот кто из нас мог предсказать терроризм лет 20 назад, кто мог предсказать ИГИЛ, вот эти миллионы беженцев. То есть совершенно это непредсказуемо. И именно об этом я разговариваю с людьми. Что касается ужаса, то надо, и я об этом очень много думаю, надо очень хорошо себе представлять, что человек может определенную порцию ужаса только вдохнуть в себя. Хотя уже наша способность принимать зло растянулась, потому что еще раньше, наверняка в Древней Греции, если бы им рассказали об Освенциме, наверняка это не уместилось в сознание людей того времени. Вот. И мы все больше и больше можем вместить, но все равно есть некие пределы. И я не хочу, чтобы человек взял и отложил мою книгу, услышав вот эту всю коллекцию такую страшную. И я очень много думаю об эстетических проблемах. Они очень остро стоят передо мной, потому что я не эстетизирую зло, но я думаю о читателе, который это будет читать, сколько он может в себя вобрать. И вот я уже еще раз повторю, и чтобы он не отодвинул книжку, чтобы он ее не отложил. Как бы вот, например, я видела, когда была в Афганистане, как в гроб ложили убитых людей. И это очень страшное современное оружие. Людей ложили просто иногда не человеческое тело, а какие-то кусочки. И если мне эстетизировать это, вот написать весь этот кошмар, то, конечно, это будет уже зло в таком чистом химическом виде, который человек просто закроет глаза.
Хотя есть сегодня художники, которые снимают смерть, но они все равно, вот этот процесс умирания, они все равно в каких-то, я думаю, эстетических законах они думают. Так и я. Я стараюсь об этом рассказать, но так, чтобы... Ну, так, чтобы человек все-таки не тошнило, а так, чтобы он задал себе какие-то вопросы о жизни. Tak jak pani wspomniała, widziała pani bardzo wiele, równie wiele pani słyszała, wiele złego. Ma pani w planach książkę o miłości, o zwykłym życiu. Czy to będzie jakaś duża zmiana na poziomie formy i również na poziomie pracy reporterskiej? Bo pamiętam, że w którymś z wywiadów wspomniała pani, że o cierpieniu pisze się tak jak o miłości, więc... Czy ta kolejna książka będzie jakąś zmianą? No, ja думаю, что это мой жанр, и он будет в таком... Главное, это будет тот же, в таком же виде, но каждый раз я немного моделирую форму, что-то новое добавляю, что-то новое ищу. Это диктует материал. Вот когда первые 2-3 года я только собираю материал. А вот ощущение общей формы, его уже через 2-3 года, когда уже виден материал, и именно от материала идет форма. Пока вот истории любви я достаточно давно собираю и разговариваю, но я не слышу еще музыки этой книги и звук. И, конечно, и не вижу форму. Пока это просто у меня стоит там в углу кабинета гора материала, но это пока это просто материал. Я не знаю, что, как к нему поступиться. Потому что любовь – это огромная такая тема, она пронизывает всю нашу жизнь. И это главное событие нашей жизни, их два, собственно, любовь и смерть. И это то, что, когда мы выскакиваем из банальности, это то, что нас, в общем-то, по-настоящему интересует, в общем-то, больше всего. Нас, конечно, увлекает жизнь, дети, там, война, если кто-то на войне, сама инерция жизни. Но, в принципе, время от времени нас пронзает. А что это такое? Любовь и смерть. Вот две эти тайны. Пока современной формы я не нашла, пока думаю. Скоро praca над książкой о miłości и zbieranie historii о miłości не jest jeszcze zakończone, то, быть может, jakaś historia pojawi się tu, gdzie jesteśmy, czyli w Krakowie, bo jest pani gościem festiwalu Konrada, odbywającego się właśnie w Krakowie. I chciałam zapytać, jak się pani czuje w tym mieście i w tych festiwalowych okolicznościach? No, Kraków mi się podoba. Ja trzeci raz w Krakowie. To bardzo piękny город. I mnie bardzo podoba, kiedy prowadzą festiwale, ponieważ no, время bardzo сложное takie we wszystkim świecie i wszyscy ludzie немножко в страхе за будущее, не понимают будущего, поскольку его, как я уже говорила, невозможно предсказать, и никто не знает, что это будет, и ни одна партия не может это гарантировать. Но то, что пишущие люди собираются и думают об этом, и верят в слово, ну, это всегда очень, очень приятно, да. Хотя по природе своей я не люблю никакую публичность. И мое самое любимое место в жизни – это у меня есть за городом под Минском в деревне дом, там лес, река. Вот это самое мое любимое место и еще в кругу друзей. А, к сожалению, приходится быть очень много ездить и у себя дома постоянно быть на баррикаде, поскольку у нас все еще решаются вопросы политические, поскольку у нас диктатура в каком-то таком варианте, модерновом, скажем так, такое императорское президентство. Поэтому приходится вести такую не совсем свою жизнь.
Powiedziała Pani, że nie przepada Pani za dużymi zgromadzeniami, za tłumami. Z drugiej strony Pani spotkania autorskie przyciągają niezwykłe ilości czytelników. Zawsze są na nich tłumy osób, które są tak zwyczajnie ciekawe, w jaki sposób Pani pisze, jak rozmawia i jak właściwie powstają te wszystkie przejmujące książki. Czym dla Pani, jako osoby, która nie lubi dużych zgromadzeń, są takie spotkania? Czy to jest rodzaj wyzwania? Czy to jest jakaś konfrontacja z osobami, które czytają Pani teksty? Я понимаю этих людей. Я сама так, когда была молодая, я ходила и считала, что всегда, что надо учиться у личностей. Что книги — это книгами, надо учиться у личностей, где уже это знание спрессовано. Вот. Это я абсолютно понимаю. И я очень люблю людей, которые приходят ко мне с книгами. Это, я считаю, это мои единомышленниками. И когда их видишь много, это всегда радостно, и это всегда интересно. В общем-то, у меня такой интерес к жизни, так что это мне все интересно. И это тоже какой-то способ разговора. Ведь разговаривать — это не только словами, а разговаривать можно, вот, когда видишь зал, когда видишь лица. Это тоже способ передачи информации. И я как раз хорошо это считываю и хорошо это слышу, эту энергию зала, все. Это тоже формы какого-то обмена информацией. Это тоже как бы добавляет мне какого-то знания и о жизни, вот, которая сегодня, сейчас происходит с нами. Это же мои соседи по времени. Мне это интересно. Другое дело, что если это много, то это, конечно, тяжело, но это, ну, тяжело. Это, в конце концов, это моя профессия и моя жизнь. Piękne zakończenie. Bardzo dziękuję. Ja chcę сказать, że самые интересные вопросы, które я слышала.